Приветствую всех на канале «Корейская кухня. Проще простого». Сегодня готовим чергумча – салат из проросших ростков сои. Что нам для этого нужно? Ростки сои, черный перец, соевый соус, растительное масло, соль, чеснок, сладкий или острый перец и зеленый лук. Сначала подготовим овощи. Перец нарезаем мелким-мелким кубиком. Зеленый лук режем мелко. Чеснок пропускаем через чеснокодавилку. Ростки сои будем отваривать. В кипящую воду опускаем ростки сои. Ждем, пока закипит. Вода закипела. Варим еще 3 или 4 минуты. Выключаем плиту. Вытаскиваем ростки на дуршлаг. И промываем ростки под холодной проточной водой до полного остывания. Заправляем салат. Ростки высыпаем в чашку. Добавляем щепотку соли, черный перец по вкусу, растительное масло 2-3 столовые ложки, соевый соус 1 или 1,5 столовые ложки, чеснок, зеленый лук и перец. Все перемешиваем. По желанию можно будет обжарить репчатый лук на масле и добавить в ростки. И также по желанию можно добавить кунжутное масло. Чергумча – салат из проросших ростков сои – готов. Можно подавать к столу.